Здравствуйте! Вы смотрите музыкальный проект «Народная студия». Совсем скоро стартует новый сезон «Народной студии», который станет для нас уже четвертым. За время существования проекта в нем приняли участие более 100 исполнителей самых разных музыкальных жанров. Среди них было много тех, кто исполняет собственную музыку. Что-то отлучилось с нами, с несравненными богами. Еще чуть-чуть, и я отвернусь и в путь. Любви сценарий сорван, сожжены мосты. Не убежать от этих мыслей тишины. Говорить об этом вслух куда еще больней. По-прежнему я вижу сны, где мы вместе с ней. Смириться трудно с тем, что никогда не будет рядом той, с которой строили мечты, ведь все разбили сами хрупкую любовь. А рядом есть она, и тот с тобою рядом несет свое тепло под безупречным взглядом. Ключи твоей любви несет в своих ладонях. Неизлечимою болезнью заражен, самое сердце был ей поражен. Всей душой мне открылась, ты не прогадав, и будешь любима теперь навсегда. Об этом мечтали. Паруса белыми полосками, реки и солнце, светлые дали. Набивать карманы звездами, мы вчера об этом мечтали. Психоделической этой песне, пальцами тонкими ударяя в клавиши черные диезов. Что она делает, знает ли я? Город смотрел глазами красными фонарей, светящих отчетливо улицам забытым уже, а не Насте вчерашней бури с дождем. Покориться нам планета, и зимою будет лето. Все дороги мы пройдем, только рядом с тобою поем, только рядом с тобою поем. Только никогда я не смогу забыть тебя, пламя ночи, холод дня. Тебя, любовь моя. В моем ряду мест нет. Я повторю ответ, я не слабый, нет. В моем ряду мест нет. Крылатый силуэт макнул на красный свет. В моем ряду мест нет. Сеньоры, сеньорет, на пальмовый билет кричали мне привет. Я улетел, 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 нет. Я одна. Я чувствую, и меня снова тянет к тебе. Снова встречи ждешь, нетерпением ты. Он придет к тебе, принесет цветы. Будешь
будешь вместе с ним ты встречать рассвет. Звук гитарных струн и ближе свет. У подножия горы или в кратере вулкана я сумею оградить тебя от грусти и обмана. Может быть, когда-нибудь мы встретимся с тобою, мы сможем прогуляться под белой луною, под черным-черным небом, смотря в твои глаза. Я все-таки скажу, что я люблю тебя. Смешались мысли в голове с дождем весенних облаков. Все мысли только о тебе, диагноз этому любовь. Засидим давай до утра, не вспоминая, что скоро уже пора разойтись по своим местам. Мир так устал, а сердце бьется в такт сердцам. Пусть по 200 пульс не остановлюсь. Тут, 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 тут. Люстры бьются и трясутся бюсты. Пусть тут, 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 тут. Мы хотим улетать в небо. Забирай с собой тех, кто там не был. Звезды яркие режут глаза. Мы стремимся вдаль за облака. Новая станция комплексного техобслуживания «Белый сервис». Промывка топливных систем, шиномонтаж, автомойка, предпродажный осмотр. Запчасти в наличии и под заказ. «Белый сервис», Омская, 213-Б. Телефон 666-432. Было среди наших участников интересных вокалистов. Не вернется вновь это лето к нам. Не вернется вновь. Не вернется вновь. Не вернется вновь это лето к нам. Чайки дорогой прямою, сладким кажется на берегу поцелуй соленых губ. Ты любила холодный, обжигающий виски, и легонько касалась горячей руки. Эх, бубенцы, бубенцы, радостно галдят. Звон идет во все концы, саночки летят. Эх, Новый год, гости к нам идет. Весело все вместе мы встретим Новый год. Until you buy, you give away. И бегу к тебе на красный свет, на картине выставки. Бегу к тебе, адреналин, рефлексы, рефлексы. Per me non finiranno mai, come grandi amari, ci sono giorni dentro te. Sempre il tuo passato nel futuro che non potrò capire.
Приятно отметить, что среди участников народной студии очень много талантливых детей, что дает нам уверенность в том, что у омской музыки хорошее будущее. Я прошу, который год, кушай кашу, кашалот, кушай кашу, кашалот, кашалотик, кашалот. Тот, кто ест ее, растет по 4 метра в год. Кушай кашу, кашалот, кашалотик, кашалот. Два ладошка, я пока что не звезда. Десять лет ловлю, все темножко. Вы похлопайте тогда. Два ладошка, два ладошка, я пока что не звезда. Десять лет ловлю, все немножко. Вы похлопайте тогда. А мне бы петь и танцевать, а мне бы прыгать и скакать, собрать подружек полный дом. Радуги очень-очень рады мы, очень-очень рады мы. В синем небе радуга, радуга желаний, мы по ней идем босиком. По цветным ступенькам шагаем, босыми ногами песню радуге поем. Давай полетаем, что ли, это так легко ли, не волнуйся, я держу. Кому не расскажу, давай полетаем, что ли, облака сквозь шторы, как обертки от конфет. Давай прогуляем школу и закажем с колой кучу счастья на десерт. Над этой бездной ворчи, мне глаза завяжи, там свой светом дыши, позакрыли диджи. Среди конкурсантов довольно оригинальные исполнители. Я забыл вкус мяса, я хочу домой. Но сегодня ночью Федурин часовой. У китайцев подлых тактика проста. Советского солдата бесшумно снять с поста. But do any scene, baby, what you do? But my heart kind of lay off my shoes and down to step in my blue suede shoes. We could do any scene, but I lay off my blue suede shoes. Let's go, friends!
far liga from it all through ja. We do anything that what you do. But I can't hold my shoes and don't you seven my blue space shoes. Who can do anything but I lay off my blue space shoes? Да уж сухо и колюча, острый бога борода. Засуха замучила все родные до боли края. Родники до озера повысохли, бросив нас до без капли водицы. Да на камне судьбы родом высекли, что уж засуха стоит три седмицы. Как звери закованы мы кандалами. Не всем, кто подал заявку в народную студию, удалось преодолеть экспертный барьер. Проблема с аранжировкой. Надо поэнергичнее. А у меня, то есть, другая проблема. Девушку надо поменять срочно. То есть она не определилась с манерой исполнения. У нее интонационные ямы. То есть она то в академическую, то в эстрадную манеру. Поэтому она вот в таких ямах она начинает глухо звучать. А девушка, интересно, сама-то понимает, про что она поет-то? А так вот поет в караоке. Аккуратно, не так вот. Прям вот сольфеджио такой, да? Прям так раз-раз-раз все выстроила. А драйва не дала. Я ждал. Ну вот сейчас. Сейчас что-то, вот что-то случится. Вот что не случилось. Вот ничего. Ну, аранжировки я вообще тут молчу. Это никак вообще. Если еще просто взять во внимание то, что это исполняется под, опять же, не очень качественную фонограмму. Зачем сидеть и ждать, когда какая-то знаменитая бездарь наконец-то там даст дуба, понимаешь, чтобы занять ее место. Однако многие получили весьма лестные отзывы от наших экспертов. Ну, вот знаете, если честно, вот мы уже какую третью неделю тут смотрим, это мне пока что нравится больше всего, что я слышал до этого. Ты что? Мне барабанщик понравился. Нет, да, оркестр весь великолепный, да. Шикарно. Шикарно просто. Она звучит хорошо, но мне кажется, ей живика не хватает. Нет, нет, это все стильно, все правильно. Такие не, вот, но он в этом смысле прям красавец, без вот этих вот. Это песня, которую хочется до конца дослушать. Да, монотонное что-то такое, потом что-то удивительное, чтобы вернуть. Это не просто русский рок, это прям омский рок такой, вот такой вот омск. Знаешь, Варя Леденцова года там 92-го. Вот. У меня ощущение, что из всех, кого мы сегодня смотрели и слушали, вот какие эмоции она передает, я бы ее на первое место поставил. Ну вот из таких, я не знаю, ну Arctic Monkeys появляются там, поет классно, ведет все, по-моему, хорошо. Уходит вообще великолепно, мне понравилось. Парень, ты молодец, я тебя вот лично прямо трек попрошу вырезать, а это будет будильник утром. Песня роскошная, аранжировка роскошная, исполнительница роскошная. Поет роскошно, выглядит роскошно. Но самое главное, что многие получили настоящий шквал зрительских голосов. Ведь именно зрительское голосование определяет победителя в нашем проекте. Не зря же он называется «Народная студия». А что самое удивительное, во всех трех сезонах победительницами стали представительницы прекрасного пола. И победителем первого сезона проекта «Народная студия» на телеканале «Продвижение» становится... Татьяна Данчишина! Поздравляем вас! Ну, а как водится, нужно сказать несколько слов. По-моему, одного слова будет достаточно. Спасибо! Я прошу вывести на экран итоги нашего голосования. И Татьяна Данчишина объявляет победителя. Ну что ж, победителем второго сезона «Народной студии» становится Соня Волкова. Диплом победителя второго сезона «Народной студии» вручается Соне Волковой.
Ну что, Соня, вот настал твой момент, твой звездный час. Скажи что-нибудь всем, кто за тебя болел. Спасибо огромное, я вообще даже не ожидала. Ой, вообще спасибо, спасибо. Ну вот и финал. Я прошу вывести на экран итоги зрительского голосования. Давайте разойдемся, посмотрим, что. Диплом победителя третьего сезона «Народной студии» вручается... Ульяне Дирин! Выходите скорее! Ну что ж, Соня, несколько слов победительница. Я вас поздравляю, желаю творческих дальнейших успехов. Это ваша победа. Что скажете нам, Ульяна? Ваше слово. Я... Спасибо. Не ожидали? Вообще нет. Ну что ж, эти аплодисменты вам! Новая станция комплексного техобслуживания «Белый сервис». Промывка топливных систем, шиномонтаж, автомойка, предпродажный осмотр. Запчасти в наличии и под заказ. «Белый сервис», Омская, 213-Б. Телефон 666-432. И вот... Народная студия начинает свой четвертый сезон. Ровно через неделю мы представим вам первую тройку участников. Ровно через неделю. Все начнется сначала. Зрители и участников «Народной студии» ждут новые правила игры. Какие? Это пока секрет. Если вы готовы пройти этот сезон вместе с нами, заполните заявку на сайте galizdra.ru. Не забудьте прикрепить аудио или видеозапись своего исполнения. И не забудьте указать свой номер телефона. Вы еще можете успеть. Нам будет приятно работать с вами. А победитель обязательно получит свой приз. Как это случилось с Соней Волковой, выбравшей в качестве приза съемку видеоклипа. Как? Вы его еще не видели? Ну тогда смотрите. Увидимся через неделю в Народной студии. Теперь не ем и почти не сплю.
тебе скажу, а это ты, привет, и улыбкой будет твой ответ. Где-то далеко, где солнце за горой, стану я твоей, а ты моей мечтой. Надо только захотеть, добежать, домечтать, не забыть, долететь, успеть. И мы поженимся и будем долго жить. Ребята, знакомьтесь, у нас в классе новый ученик.